Ну вот и космос о санкциях задумался уже против всей Земли. Видимо, надоело им наблюдать про то, как мы тут не можем договориться. Вот. Не нужно ложной даже мистики нагнетать, что, в общем, очевидно, это сигнал из космоса, это сигнал. Возможно, это сигнал к нам, не нужно быть поэтом, чтобы это предположить. Хотя, по традиции, уже пародируя нашу земную действительность, наши международные отношения, я когда-то написал, усталая в галактике руля, верша свое извечное кружение, хронически беременна Земля. Она в международном положении. Это была категория советского времени. Но сейчас, по традиции, как бы прикидывая, что мы, земляне, задумываются об ответных, адекватных мерах, я вспомнил давний стишок из 4 строчек. «Что за космос, мой Боже, гроздья звезд зацвели, жаль, что все уничтожу по команде с Земли».